Губернатор провел краевой совет безопасности, главная тема которого – проблемы долевого строительства. Сегодня в регионе за счет привлечения денег кубанцев возводится около 1000 домов. При этом сроки сдачи больше 70 многоэтажек уже переносят. И 100% гарантии, что их вообще достроят, никто не дает, отмечает Вениамин Кондратьев. За последние 2 года на решение проблем обманутых дольщиков край выделил 270 миллионов рублей. На эти деньги к долгостроям провели коммуникации. Но в нынешних экономических условиях у бюджета нет таких возможностей, акцентирует глава региона. Поэтому необходимо принять меры, чтобы не допустить подобных ситуаций. В первую очередь власть на местах должна контролировать, кому выдается разрешение на строительство. Компания, которая начинает строительство, не имеет собственных средств, вообще никаких. Она начинает строительство, привлекает дольщиков. А надеется только на деньги дольщиков или заемные средства. Вот это правда жизни, реальная, которая сегодня существует. И почему мы этой компании вообще разрешаем, выдаем разрешение на строительство? Если она собственных средств никаких не имеет, ни оборотных, ни начальных, никаких. И все это понимают, прекрасно понимают. Прикрывается какой-то необходимостью сдачи норм количества жилья. Какое количество жилья? Мы больше проблем хватаем от этих компаний. Все эти фирмы в узком кругу, они, конечно, название меняют, но лица, которые за этими фирмами стоят, уже давно все известны. Все известны. Знаете, вот и задача наша сегодня принципиальная. Они должны не просто нести какую-то там административную ответственность или экономическую в рамках арбитражного производства. Уголовную ответственность они должны нести. Уголовную, за свое деяние. Кроме того, губернатор предложил депутатам ЗСК обратиться на федеральный уровень с инициативой, чтобы разрешение на строительство выдавалось только при условии, что компания подтвердит финансовую состоятельность.